Чистые, давай, идите. Добрый день, меня зовут Жанна, я привезла продукты. Хочу сказать огромное спасибо Калинину Александру за помощь. Пожалуйста, скажите его пару слов. Люди, давайте все проснемся и уже наконец-то, уже, по-моему, все убедились в том, что в нашем государстве наплевать государству на нас. Дай Бог здоровья Жанне, Калинину Александру, что это единственный человек, который на мой отзыв откликнулся и помог. Мы остались в такой ситуации, что я не знаю, это, ну, просто по сравнению с 41-м годом это еще хлеще. В 21 веке живем, и господину Дадону, и всем остальным наплевать на нас. Люди, проснитесь уже наконец-то. Надо знать своих героев в лицо. И когда будем ходить на голосование, уже надо определиться и убедиться в том, кто что делает для народа, а не на словах. Спасибо огромное.